Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня Galaxy A3. Не читает сим-карту. Вставил сим-карту с пин-кодом, точнее с пул-кодом. Уже и не читает. Будем менять сим-ридер. Дисплейный модуль я уже отсоединил. Вот, если кто-то не знает, как он отсоединяется, смотрите мой ролик за 2015 год, по-моему, сентябрьский. В сентябре я снимал замену нижнего модуля. Там я подробно рассказывал, как измонтируется дисплейный модуль. Вот, не стал повторяться. Снимаем 10 винтов, которые здесь у нас прикручены на этой рамке. Слот карты памяти. Извлекаем рамку с системной платой. Так. Соединяем батарею. Итак, сим-ридер, который мы будем менять, ставится он при снятии верхнего защитного экрана. Вот у меня новый сим-ридер. Аккуратно отсоединяем защитный экран верхний, то есть крышку сим-ридера. Тут такой вот выталкивающий механизм с рычагом. Вот. Все это потом поставим на место. А пока наша задача поставить сим-ридер. Итак. Снимаем феном. Thank you.
снимаем симридер. Потом поврежденный симридер, видите, да, нет одного контакта. Устанавливаем как можно ровнее. Паяли контакты. Устанавливаем механизм выталкивания сим-карты. Эту хрень надо первую положить. Здесь он ложится в паз. Ну и таким образом, короче, выталкивает сим-карту. Защитный экран сим-карты. Установили. И припаиваем. Здесь у нас находятся две направляющие крышки сим-карты. Вот здесь они выходят, одна здесь, поэтому
Давайте сначала прихватим. А дальше все проще. Видите, они обе сели, крышка опустилась. Здесь необходимо будет добавить флюс. И сзади два контакта. Все готово.
Растягиваем нижний модуль. Вставляем сим-карту для проверки с пин-кодом. Дисплей подкидываем. Все, пин-код, пуд-код читает. Здесь вот написано, что видите пуд-код для продолжения. То есть сим-ридер заменен. На этом, друзья, все. Я собираю телефон, винты, устанавливаю дисплей, кнопку Home и возвращаю клиенту. Всем спасибо за внимание. Это был Samsung Galaxy A3. Всем удачи в работе. До новых встреч.